Вот уже 45 лет Чувашская республика считается побратимом Хевежской области. В городе Эгер есть микрорайон Чебоксары, в нашем Новоюжном районе улица Хевежская и Эгерский бульвар. Прежде довольно часто студенты Чуваши ездили на практику в Венгрию и наоборот. Дружественные связи поддерживаются и сейчас. Пример тому студентка из Венгрии, которая живет в Чебоксарах. Это Мелинда Такач, археолог и аспирантка Сигетского университета. Еще недавно она жила в Будапеште, а сейчас временно поселилась в столице Чувашии для того, чтобы изучать наш родной язык. Я как археолог занимаюсь болгарами и древними венграми. И меня очень интересует тюркские народы. И из-за этого я решила изучать тюркологию в Сегедском университете. У нас в Венгрии большая традиция исследования Чувашей, но как сказать, особенно людей или людей, которые не занимаются с наукой, они почти ничего не знают о Чувашах. Изучать новые языки всегда трудно. Вот уже 3 недели Мелинда пытается освоить азы чувашской грамматики. Студентке помогает то, что раньше она изучала языки тюркской группы. А они созвучны как с чувашским, так и с венгерским. Кстати, на чувашском языке у Мелинды уже появились любимые фразы. Любимые фразы? Фразы, которые сейчас... Например, «юрать». Это. На венгерском «табдабуш» значит... Кусанам. Табдабуш, спасибо. Кусанам. Сейчас Мелинда стажируется в Чувашском государственном институте гуманитарных наук и много работает дополнительно. В Чувашии же планирует остаться как минимум до конца августа. Юлия Важенина, Алена Алтухова, Сергей Рябчиков, Республика.